Шаббат шалом, дорогая община. Уже стало, становится хорошей традицией, что в шаббат вы видите постоянного комментатора Торы. Es ist schon mittlerweile fast eine Tradition geworden, dass ihr am Shabbat den einen Torah-Kommentator seht. Я не знаю, как это для вас, но для меня это большое благословение. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber für mich ist es ein großer Segen. Сегодняшняя глава Ваетханан. Der heutige Wochenabschnitt Ваетханан. Моше продолжает свою речь. Моше führt seine Rede weiter. Моше продолжает свою заключительную речь. Seine Abschlussrede. И в этой главе очень много очень важных таких моментов, очень важных вещей. Но он продолжает говорить о заповедях, о 10 заповедях. Und in diesem Wochenabschnitt werden viele wichtige Dinge gesagt. Besonders spricht Moshe über die Gebote. Молитва Шма. Das Gebet Шма. Я хочу остановиться буквально на двух моментах небольших. Ich möchte buchstäblich an zwei Momenten stehen bleiben. Первое, это пятая глава. Das erste, das ist Kapitel 5. Шестой стих. Kapitel 6, Vers 6. Всевышний говорит через Моше. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраим, из дома рабства. Я прочитал 5 глава, 6 стих. Also nochmal in Kapitel 5, Vers 6. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Вот, ничего вы не услышали в этом стихе такого, что заставило бы задуматься о нем по-особенному. Habt ihr hier in diesem Vers etwas gehört, wo man besondere Gedanken haben könnte? Я тоже, когда первый раз прочитал, ну, все правильно, да, все сходится. Als ich es das erste Mal gelesen habe, dachte ich mir, ja, es ist alles richtig. Das Puzzle geht zusammen. Но если немножко поразмышлять об этом стихе, то получается такая интересная штука. Смотрите. Jedoch, wenn man besonders über diesen Vers nachdenkt, bekommt man ein besonderes Resultat. Всевышний говорит, что я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли Мицраим, из земли Египта, из дома рабства. Der Herr spricht. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Но с чего начинается Тора? Aber wo beginnt die Tora? Тора начинается с того, что мы читаем, что Он все создал, сотворил, создал. Die Tora beginnt damit, dass der Herr alles erschaffen hat. И, наверное, может быть, было бы правильно, если бы Он, я беру на себя такой грех сказать, такое. Если бы он сказал, я Господь Бог, который сотворил все. Небо, землю, воду, что там еще, деревья и человека. Что это было бы правильно? Да, было бы, наверное, правильно так сказать. Es wäre aber vielleicht noch richtiger, ich nehme mir mal raus, sozusagen, wenn sagen würde, dass der Gott ist, der alles erschaffen hat. Die Berge, das Meer, das Land und alles, was auf der Erde lebt. И вроде как бы противоречие какое-то слышится. Und hier hört man einen kleinen Widerspruch. Но нет никакого противоречия. Hier gibt es aber keinen Widerspruch. Комментаторы, мудрецы говорят, что то, что Бог творил, когда Он делал это, когда Он творил, этого никто не видел. Kommentatoren und weise Menschen sagen, dass als Gott die Welt geschaffen hat, das hat niemand gesehen. И мы просто принимаем это на веру, мы верим в это, что это так и было. Deswegen beantworten wir diese Frage mit dem Glauben. Wir glauben daran, dass es so passiert ist, dass die Welt erschaffen hat. Aber то, что он вывел народ из египетского рабства. Aber dass das Volk aus der ägyptischen Knechtschaft geführt hat, это видели все. Das haben alle gesehen. Потому что под горой стоял весь народ. Weil unter dem Berg stand das ganze Volk. В том числе и мы с вами. Und inklusive wir zusammen. Так написано. Правда? So steht es geschrieben. Stimmt das? Это первое место. И второе место. Das ist die erste Шестая Stelle, глава. Die zweite Stelle ist Kapitel 6. Шестая глава. Девятый стих. Vers 9. Речь идет о заповеди Мезуза. Hier geht es um das Gebot der Mezuzah. Написано, напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben.
Само слово мезуза – это не слово из иврита, это слово взято из египетского языка какого-то, я не знаю точно. Das Wort Mezuzah ist eigentlich nicht hebräisch, es ist aus dem Ägyptischen genommen. И мы представляем, часто мы представляем себе мезуза, это вот эта, как сказать, штучка, которая висит на косяках наших дверей. Und wir stellen uns unter der Mezuzah dieses kleine Teil, dieses kleine Kästchen vor, was wir an den Türpfosten hängen. Но если немножко, чуть-чуть задуматься, то это не вот эта штучка, которая висит, а это то, что в этой штучке лежит, вот этот пергамент маленький. Wenn wir aber genau nachdenken, dann ist die Mezuzah nicht das Kästchen selber, sondern was da drin ist, dieses kleine Pergament, worauf Worte geschrieben stehen. И на этом пергаменте написано 248 слов, начальных слов молитвы Шма. Und auf der Mezuzah stehen 248 Worte geschrieben, und zwar der erste Teil des Gebets Schma. Но здесь об этом не написано. Здесь написано о косяке. Hier steht davon aber nicht geschrieben, hier steht geschrieben vom Türpfosten. Заповедь есть, это косяк двери. А что такое косяк двери? Косяк двери – это как бауэлемент. Hier ist das Gebot bezüglich des Türpfosten. Und der Türpfosten, das ist ein Bauelement. И почему же такая важная заповедь, вот как бы таким простым словом обозначена? Wieso ist denn dann so ein wichtiges Gebot mit so einem einfachen Wort beschrieben? Ну, вы знаете, простое слово, строительное слово, вот косяк, но очень большое значение имеет это слово. Потому что если этот косяк стоит неправильно, то, в общем-то, и все вот так как-то неправильно стоит. Eigentlich hat der Türpfosten eine tiefere Bedeutung, denn wenn der Türpfosten schief steht, dann steht eigentlich alles schief, auch das ganze Haus. И в этом очень большое значение. Deswegen gibt es hier eine sehr tiefe Bedeutung. Потому что вот от того, как мы выполняем заповеди, которые нам оставил Всевышний, так или вот так. Deswegen, wie wir das Gebot, was uns der Allmächtige geboten hat, erfüllen, also entweder gerade oder schief, зависит вся наша жизнь. Davon hängt unser ganzes Leben ab. Поэтому вот этот косяк, вот это самое главное, это центр. Deswegen ist der Türpfosten der das Center. А вот все остальное... Это то, что прилагается вот к этому центру. То, что держится от этого центра. Und alles andere, das lehnt sich an diesen Center. Вот заповеди, которые он нам оставил. Вот это главное. Das Gebot, was uns gegeben hat, das ist das Wichtigste. А все остальное прилагается к ним. И от того, как мы держим эти заповеди, зависит все остальное. Und alles andere lehnt sich an diesen Center. Und je nachdem, wie wir das Gebot erfüllen, lehnt sich... Das lehnt sich unser Leben daran. Поэтому в этот Шаббат я хочу всем нам пожелать, чтобы наши косяки были вот такие всегда ровные. Deswegen möchte ich an diesem Schabbat uns allen wünschen, dass unsere Türpfosten alle gerade sind. А все остальное приложится. Und alles andere wird sich daran lehnen. Шаббат шалом. Шаббат шалом.